Всем привет, у нас Pokemon Go. Мы снова играем. Люди, не удивляйтесь. Мы в Америке. Единственное, что... Наверное, как-то вот так вот надо будет сделать. Закрыть. Ну, собственно, да. Не забывайте подписываться на канал. Порекомендовать друзьям, подписаться, в том числе, еще раз повторю, устраиваться поудобнее и начать просмотр. У нас всего 4 игрока, как-то плохо дело. Что я хочу сказать? Мы сейчас будем, раз возможность появилась, мы начнем путешествовать. Путешествовать по странным городам. Но вот это вот какая-то сетевая ошибка меня очень напрягает. Давайте мы перезайдем в группу. Я ж уже потратил. Вот, теперь другое дело. Мы будем путешествовать, но сейчас, так как тут вы видите этого покемона легендарного, мне нету. Мне очень захотелось начать путешествие с США, а точнее с национального парка в США. Вот мы сейчас порейдим обязательно. Может еще на что-то интересное сходим, да не может, а обязательно что-то еще сходим. У нас сегодня рейдов должно быть по максимуму. Я хочу легендарочку эту поймать, у меня ее нету. Ну а потом отсюда можем и попутешествовать. Но понятное дело, мы начнем с России. А теперь давайте биться. Какой-то глюк, друзья, посмотрите, какой-то глюк. Ну ладно, что мы получили? Так, хорошо. Ух, 9 редких конфет, это самое нормальное, самое крутое. 84 АЕ. Так, а здесь мы пока можем вот так вот сделать. Ну и что? С первого раза, друзья, с первого раза.
Класс! Красота! Правда, айвишка слабенькая, но красота! Красота! Так, побежали дальше. Где еще рейды есть у нас? 21 минута. Можно удаленку использовать, кстати сказать, здесь. Давайте по удаленке слетаем, мне какая разница. Ну то, что игроков только мало, 10. Ну, попробую. Главное, чтобы не тупило и не висело. И тупит, и висит, друзья. Ну, в общем, что-то не пошло не так. Я не знаю, сохранил ли мне удаленный рейд или нет. Пас. Ну, наверное, сохранили. Так, мы тогда подлечимся сейчас. Охренеть. И давайте посмотрим, что там ближайшее у нас есть. Ну, это мега-мега. Мега-мега. 13.35. Где? Да нет, не надо, я добегу. Ну вот что ж так плохо все, а? Ну вы видите. Билайн. Билайн. Мать вашу. С горем пополам. Мы уж пошли уже на другой рейд. Но вот ждем, ждем, когда он запустится. Билайн, билайн, билайн. И они говорят, что хорошая связь. Ой-ой-ой. Мне не хочется. Но это опять я на удаленку ушел. На удаленный рейд. Почему-то он не хочет срабатывать. Сработал, да неужели? А его уже прилично так выбили, друзья. Ну, в этот раз хуже получилось, потому что я не с самого начала начал рейд. Я уже пришел, уже половину отбили. Так, все необходимое. А, я чуть-чуть подпропустил что-то. Ну, по-моему, ягод так не было. А это еще хуже. Не, ну это мы сохранять не будем. Я вообще буду на ананас ловить. О, кстати сказать, да, мы же моего этого сейчас покормим, попоим. Ну? 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 Зашибись. Зашибись. Я что, так по комнате должен прыгать?
Да ну что ж такое? Там я еще третьего видел, третий рейд, на него тоже побежим, но на него уже, да, не побежим, пойдем. Сколько у меня их осталось? О, еще много. Главное не промахиваться, хотя бы как-то в него попадать. Ну, то, что я сейчас на ананас ловлю, шансы у меня очень сильно уменьшаются. Блин, да, почти докинул. Еще чуть-чуть и не докинул бы. Да не, ну что ты. Ага. Дай мой бадди покемон мне помогает. Красавчик. Ну да, в этот раз не подфартило. Зато прошлое я поймал. С первой же попытки, собственно, я его и поймал. С первого рейда. Ну, крутись, сюда давай. Он издевается. Он реально издевается надо мной. Просто издевается. Ну и последний. Ну давайте вот так вот попробуем. Беда! Сбежал. Ох, да ладно. Так, посмотрим, где у нас еще рейды. На 5 звезд. У, охренеть. Далеко. Недалеко. Значит, мы будем использовать еще один пас удаленный. У нас-то еще ежедневный один есть. Но тут через одну минуту он. А что у нас тут еще из рейдов? Какие есть? 6 минут. Вот он, 43 минуты. А его еще нету здесь? Нет, мы сейчас ловить ничего, друзья, не будем. У нас сегодняшняя серия будет посвящена чисто рейдам. Да, рейды. Ага. А у меня такого пасса нету, да? Серьезно, у удаленок много. А зеленых нету. Так, во, появился. Пошли на него. Да откройся ты мне. Ну, благо удаленки есть, и то хорошо. Так, это у нас третий рейд. Надо это зафиксировать, так сказать. Сейчас мы зафиксируем. Пусть у меня автоподбором. По крайней мере, хоть разнообразие какое-то будет. А что у нас всего 9?
Почему нас так мало? Десять. Одиннадцать. Ну, в принципе, мы его должны уложить. Первый, по-моему, да, совишка 84 был. Второй я не смог поймать. Ну, давайте так. Я особо не пытался. Я малинку уберегу. Мне хочется с хорошей овишкой выловить редкого покемона. Ну, а как? Я ж не буду все время в одной локации. Не хочу, не хочу все время быть в Америке, либо все время быть в Австралии. На одном месте мне хочется попутешествовать. Мы и здесь попутешествуем с вами. Обязательно. Здесь много что есть посмотреть. Вот он, Шайни Грудона. Охренеть. Ну все, мама свайнчик ушел. Теперь Драгонайт. Да, Драгонайт у меня полностью прокачан. Есть хорошая вишка его. Все, добили. О, конфетки выпали. Хорошо. Прям классно. Много конфеток. О, это получше. Так, друг. Тебя тогда нам надо поймать. Но я буду оставлять. Да ну, почему? Буду оставлять от 85 легендарок. Если обычных от 95 оставляют, то легендарок от 88-5. Тандурус. Ну, мы не спешим. Да, мы тебя поймали. Второй Тандурус. Замечательно. Так, смотрим, есть еще что-то по рейдам. Еще один Тандурус, но он скоро закончится. Ничего интересного нету, нам в рейд все равно надо. Не, этот я... Зря. Это я, конечно, зря сделал. Ну и вообще много чего зря. О! Так, мы здесь сейчас побудем, друзья, не беспокойтесь. Ох-хо-хох. Нам надо еще подумать, в какой рейд нам уйти. По-хорошему. Так, мы подлечимся.
Подлечимся. Так, у нас... Ох, у нас так много всего. Так всего много. Выбираем по любимцам. Артикуно. Ну, нам ему все равно конфеты давать. Да, и как раз мы его усилим. Просто замечательно. Что нам осталось? Походить рейды поискать? Или пойдем на то, что сейчас есть? Мне... ну все, он уже ушел. Ну а больше тут ничего интересного нету. Где этот рейд? На Мегабластойзе? Как вы думаете, есть смысл сходить попробовать? Ну давайте посмотрим. Я на Мега еще не ходил никогда. Мега Бластойз. Есть на нем хоть кто-нибудь? Ну, 4 человека. Ну не. Не-не-не. Так, что у нас здесь? Здесь у нас все. Пока никто никого тут не фармит. Ну, собственно, может тогда и половить, раз мы здесь находимся. По времени у нас неплохо. Сразу? Круто. Или поярче чуть-чуть сделать. Не, я подожду. А куда мне деваться? Это что у нас здесь? Нифига себе. Но мы сейчас подождем по поводу Гима. Может быть, я кого-то проставлю? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Здесь спихнуться было бы неплохо. Так. В общем, очень всего много. 3 километра. Здесь у нас что? Из новеньких ничего такого нету. По рейдам ничего интересного нету. Единственное, что можно дойти до другой стороны с вами. И посмотреть, что там может быть. Может, еще где-то рейд есть. И чтоб не бежать на удаленке, мы еще один рейд сделаем. Но мне-то по-любому пас еще остался. Да. Пас остался. Поэтому надо будет его использовать. Ладно, я думаю, мы здесь еще побудем. Так, а что у нас по скорости? По скорости нормально. Пойдемте дойдем до того края. Но ловить мы пока ничего не будем. Я потом вернусь, и мы вот отсюда, от этого гима, начнем смотреть и исследовать. Ну, после рейдов у меня сундук. Ну как и сундук, да. Рюкзачок у меня полный. Потише чуть сделаем. Ну получается, а кстати сказать, из 3 2 есть.
Из трех два есть. Вот этот послабее, 84. А этот 86. Ну вот, который 84 мы отдаем. Да. А 86 пусть будет. Это уже неплохой айви. Так. Перестроилась. Смотрим. Есть чего? Пока ничего интересного нету. Ну, я сомневаюсь, что здесь есть свободное место. Вот, честно вам скажу. Здесь битвы идут не на жизнь, а на смерть. Ежеминутно просто. Давай, 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 топай, топай, топай. Ну, как я и говорил, нет. Нету, все занято здесь. Так, а здесь у нас ничего толкового нету. На 14.20 еще кто-то там есть. Ну давай ты вот сюда вот пробежишься. Ну, я бы не сказал, что здесь сейчас особо что-то прям... Ну, вот он, 23 минуты, 23 минуты. Ну, в принципе, все. Ничего. Ничего. 14.13 будет. Ну, это мега рейд получается. Блин, не туда нажал. Не туда, друзья, не туда. И теперь она висит. 14.13 это так, через 16 минут. Так, вы мне лучше покажите вообще, где... О, еще что-то появилось. 7. Где этот... 15 минут. Значит, нам надо вот куда-то вот туда вот идти. Ну, я пошел пока. Ну, в общем-то, мы уже близки. Но вот я тут хожу, и что-то покемонов-то не видно. Вот что интересно. А вот и не они. Время у нас еще полно. Почему бы их не половить? Ну, кролика мне не особо хочется ловить. Ну и что? Илюмайс. Илюмайс. Ну, слабенький. Что теперь поделать? Угу. Беда, беда с интернетом. Нам куда? Нам по прямой. Так, подождите, а что там еще появилось? 9 рейдов. Так. 14.29. Ну круто, мы сейчас на этот сходим. Стопэ, по номеру давайте посмотрим. Где он? Я хотел его, да, шайни его отловить, честно сказать.
Но его я могу в любой момент на него пойти, раз рядышком Рейдик. Мне бы здесь его найти. Очхок. Блин, я его не вижу. Шинкс, вот он. Девяносто пять. А это что у нас все? 93. Ну, дружочек, 93 я уже могу тебя просто оставить так, как ты есть. А вот тебя я удалю. Вот тебя я удалю. 88. Да, значит, пойдемте тогда на него, раз мы сейчас рейдим. Они там рядышком. Можно, в принципе, тогда на него сходить. Я все-таки надеюсь в шайне поймать его. А уже можно будет тогда и еще на одну легендарочку сходить. Тут в 14.29 будет. Ну, пойдем, пойдем. Ну, как всегда получается, шел на одного, а тут есть рейдик. Ну, как хорошо сейчас удаленный рейдик. Мы сейчас еще раз на Тандуруса сходим в четвертый раз. Если получится, конечно же. Все, главное, вот что он... Как сегодня интернет? Сегодня очень плохо интернет работает. Ну, просто. Просто жуть. Ну, ладно. Ну, и опять не впускает. Походим, поищем. Ну, вроде как подпустила. Мы тут уже в гиме проставились. Готовимся. Готовимся, да. К рейду. Я ж все-таки не хочется, да, еще раз ходить. Так, подкормили. И мы его тоже подкормим. Что у нас тут за гим? Сабарс. Ну нет, он, конечно, не крутанет. У меня полный рюкзак. Полный рюкзак. Так, а что здесь интересного есть? Из покемона вообще ничего интересного нет. Нет, я не стал на него идти. Как-нибудь, я думаю, мы еще сходим. Мы еще сходим обязательно. Сейчас главное задать, чтобы выдержал... Моя программка, которая записывает и не выкинула меня. Ну и сюда, и дорейдить. Периодически я хотел проверить, но уже не проверю здесь ничего. Ладно, подождем. О, неплохой. В принципе, да, неплохой. Как тяжело, честно скажу, тяжеловато. Ну и что? Что я хочу сказать? Давайте мы кое-что сделаем. Почему он тот рейд не показывает? Раз у нас еще есть 9 минут, можно чуть-чуть вернуться.
Да и что-то здесь и покемонов не особо много. Так. Вот он, давайте посмотрим, может получится. Но я сколько заходил, там никого нету. Один есть. Но один это мало, друзья. Будем, значит, будем вот так вот проверять. Хотя человек 8. О, уже нету. Из покемонов я ничего интересного не вижу. Здесь нам осталось 8 минут. Но вот еще бы в трех рейдах бы поучаствовать, было бы замечательно. Три человека. Мало. Три это мало. Еще раз. Я боюсь просто так пас просто выкинуть на ветер и... Ну там всемиром... Какая сетевая ошибка? Какая сетевая ошибка? О! Покемоха появился. Надо перезагружаться. Ну, в общем-то, не получилось на тот удаленный сходить. Но зато здесь я проставился, как вы видите. Поставил Шани Минозавра. Ну и ждем, и ждем. Здесь осталось, собственно, совсем чуть-чуть. 40 секунд. И будем... Значит, все-таки я надеюсь попасть в этот рейд. Пришлось забраться очень высоко. Центр города, друзья, центр города. Ух ты, а где он? Да блин, как-то уже отходить. Но он у меня есть, в принципе. Ну ладно, не будем пока. Да, и этот рейд закончится, и мы попробуем сразу в 35 минут на удаленку уйти. На удаленный рейд, и все, и на этом мы сегодня закончим. А что, у нас всего 8? Маловато. 15. Ну все. Ну все, сейчас мы его отобьем, не загадывая, попробуем сразу уйти на удаленку. А уж в дальнейшем, ну, я не знаю, возможно, следующая серия уже в России будет. Скорее всего, а может быть и нет. Я еще не решил. Здесь побродить или все-таки с России начать попутешествовать. Но в любом случае, за это мы уже узнаем в следующей серии. А сегодня для нас главное еще два рейда сделать. На легендарку. Конечно, хотелось что-то хорошее поймать. Ждем-с. Что у нас тут по боевой силе? Райпериор. Надо прокачать. Или он не полностью прокачан уже? Ну и давно не играл, не помню. Так, все. А у меня 40-й. Да мне не хватает рейдов, что 41 уровень получить. Вот так вот. Ну, все, друзья, давайте биться.
Ну-ка. 86. Ну, то есть, такой же, как у меня и был. Походу. Ну, ладно. 86, так 8. Жаль. Я на более хороший хотел. Ну, а давайте попробуем. Раз 86... А вот это повезет сейчас. Повезло. Обалдеть. Так, а давайте-ка посмотрим. Они у меня, получается, оба по 86 идут. Фактически, да. 86 и 86. Охренеть. Что я могу сказать? Охренеть. Осталось вылечиться и на последний рейд, готовиться. Он у нас... О, через 50 секунд. Ну все. Здесь у нас, ну, прям очень много. Можно пока что вот это вот сделать. И Артикуну еще 3 конфетки отдать. Оп. Так, все, 20 секунд. И последний на сегодня рейд. Я прям посмотрел по яичку, думал, покруче будет. Но нет. Ну, 86 тоже неплохо. Все, 4, 3, 2. Погнали на удаленку. Три. Мало, но дело идет. Давайте. Мало трех игроков, мало. Ну, собственно, у нас уже почти 20. Почти 20. Но я думаю, этого количества тоже будет при вполне достаточно. Ну, походу, вот проблема в удаленке. Не пропускает он. Не пропускает. Почему-то. Но здесь уже не с интернетом проблема. Значит, дело в удаленке, друзья. В удаленном пассе. А жаль. А жаль. Все. В общем, на этом, я думаю, все. 4 рейда мы сделали. И понимаем, что удаленка не айс. Сейчас. До новых встреч. Не забывайте подписаться, порекомендовать друзьям. И удачных вам рейдов. Всем пока-пока.